Ребята, всем доброе утро. Мы находимся в город Ульм. Наша прогулка как бы продолжается. Я вам уже говорила, что мы остановились ночевать в город Ульм. И теперь пришли на Чугунный мост, если я правильно перевожу, да, на Чугунный мост. Это тоже одна достопримечательность в этом городе. Этот город такой вот средний город, как я говорю. У нас в Германии есть побольше города. Тут живет 126 тысяч населения. Также здесь находится один из самых высоких дом, ну как бы церковь, такая огромная-преогромная, у нее башня, самая высокая в мире. И вот мы хотели на эту башню сегодня подняться, но, к сожалению, наверное, не поднимемся, так как сегодня ужасный туман. Мы вот сейчас идем и даже эту башню сами не видим, поэтому посмотрим, может быть, еще сейчас растуманится. А так у нас до 12 часов время есть. Ну, мы рано утром встали, уже сходили позавтракали. Завтрак отличный, отель отличный. Я просто в восторге от этого отеля. Ну, конечно, нам примерно 10 минут надо идти до города, до центра города. Но это не беда, зато у нас отель хороший и также завтрак хороший. Сейчас пойдем дальше гулять, посмотрим, что еще красивенького увидим здесь. Free, 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 free.
тоже нашли квартиру. Тут, например, одна квартира, которая состоит из четырех комнат, стоит 260 тысяч. Построена она была 1971, и она находится вот в таких вот высотках. Не знаю. Затем тоже квартира 270 тысяч. 1973 год была она построена. И почти 85 квадратных метров. Вот такие вот цены. Да. А дом, например, стоит 850 тысяч. Здесь 183 квадратных метра. И построен был этот дом в 1995 году. Вот здесь бы я тоже хотела жить. Тут такие квартиры. И внизу, вон там даже, есть школа, где вас учат готовить. А река вот тут течет, это река Донау. Тоже классно смотреть с квартиры. Можно смотреть на реку. А еще, ну вот тут, конечно, бардак немного сильный. А еще тут вот впереди даже есть сад роз. Летом, наверное, очень красиво выглядит. Да, вот в таких местах мне очень нравится жить. А где, например, мы гуляем посередке города, где вот все узко, где там прям много людей находится, там бы я, наверное, не хотела жить. Сейчас идем, и тут такой вот пекарь, и у него вот такие вот всякая выпечка. И вот такая, и вот такая. И вот мы с Фабианом спорим, это настоящее или нет. Я думаю, это настоящее, они просто его так испекли и засушили, чтобы как декорация. А вы как думаете, кто из нас победит, Фабиан или я? Старейших домов в городе Ульм. Он был построен примерно в 1500 веке. Надеюсь, я это правильно говорю. И этот дом полностью косой, но он держится. Это вообще что-то такое. Как может быть такой дом? Он просто косой, стоит еще в воде и столько лет держаться. Ну, конечно, не сравнить, как сейчас дома строят и как раньше дома строили.
вот это здание, это библиотека. Так интересно, старый город встроили вот такое вот здание, все из стекла. Интересно смотрится. Интересно, когда солнце светит, как там находиться. Наверное, жалюзи на везде есть. Ну да, вот уже видно, что жалюзи на везде висят. Ну так прикольно. Я обожаю заглядывать вот в такие вот маленькие магазинчики, где у них вот все очень красиво, но тоже очень дорогое. Заглядывать, но ничего не покупать, так как реально тут высокие цены. И я себе такого, например, не могу позволить купить там какую-то лампу за 300 евро или что-то другое. Поэтому заглядываю, смотрю, подсматриваю. Мне вот те вот, например, золотые подушки очень нравятся. Вообще все очень красиво, и все мне это очень нравится. Посмотрим еще с этой стороны, что можем увидеть. Тут уже они декорации выставили. Тоже очень классно. Вот те вот, я не знаю, видите или нет, вазы высокие, 3 штуки там стоят. Очень мне тоже нравятся. И подушки неплохие. Ну, короче, все тут неплохое и все красивое. Вижу впервые вот такой вот план для рождественской ярмарки. Еще нигде такого не видела. Тут у нас обычно в таких вот торговых центрах вот такое все. Есть такие вот карты. Вот на рождественских ярмарках вообще не видел. Но интересно, тут все описано, где что находится. Классно, можно себя хорошо ориентировать. Также, мне кажется, можно это все сделать на телефоне и без конца смотреть, куда ты идешь и куда тебе надо. Бабе оно все время рассказывала. Ну кто вот до такого додумался вообще в Германии? На все тебе надо там какие-то документы, чтобы что-то построить. И ты даже на своем участке не можешь все как построить, как ты хочешь, например. А тут вот посмотрите, вот эту красоту. Вот самый огромный дом в мире. Вот он какой высокий. Застроили вот такой, вот такими вот какими-то магазинчиками. И к нему никак не подойти, не подобраться. Нельзя хорошо сфотографировать или заснять, потому что вот тут везде по всему вокруг его построили магазин. К чему это, я не понимаю. Это просто испортили весь вид. Мы пришли уже с нашей прогулки, у нас еще осталось полчаса, сейчас уже собираемся и будем уже собираться ехать домой. Нам город очень тоже понравился, так же как и Аугсбург. 2 красивых города. Ну, Аугсбург немножечко как-то посвободнее, немножечко почище, а
Вот в городе Ульм есть, конечно, такие вот прям некрасивые места, там и мусор, там и все разбитое, все такое. А в Аугсбурге такого нету, поэтому, наверное, Аугсбург по чистоте мне больше подходит, чем город Ульм. Но все-таки Ульм тоже очень красивый. Такие вот всякие старые дома. Затем вот мы были в дом, ну вот в этой большой огромной церкви, которую я вам показывала. К сожалению, мы не могли подняться на самый верх, так как у них сейчас там реставрация идет, и нам сказали, что нельзя подниматься, но они нам сказали, что к следующей весне должно все опять открыться и можно опять подниматься наверх. Мы обязательно когда-нибудь, если может быть проездом будем тут или может быть еще когда-нибудь сюда приедем, обязательно хотим подняться еще на самую высокую башню в мире. Как же это не сделать? И да, обязательно поднимемся. Вас я хотела бы попросить, чтобы вы мне ставили лайки, так как вообще мои видео никак никто не смотрит, ну, новые люди. Поэтому, если вы можете, поддержите меня, пожалуйста, за мои старания. А я с вами прощаюсь, прощаюсь с красивого отеля, прощаюсь с уютной комнаты, кровать тоже очень хорошая, удобно на ней спать, завтрак, я уже повторяюсь, очень вкусный, поэтому тоже могу рекомендовать этот отель. Прощаюсь с вами, желаю вам всего хорошего, и мы уже увидимся в новом видео. До новых встреч, пока-пока!